Приготовлю вкусные домашние манты. Муку просеять. Добавить яйцо, воды, соль, перемешать, замесить. Убрать в холодильник на 30 минут. Пока нарежу мясо, это говядина. Нарезать нужно очень-очень мелко. Свинина. Также нарезать нужно очень-очень мелко. Картофель. Репчатый лук. Посолить. Молотый перец. Перемешать. Тесто раскатать. Форму под манты вырезать. Мясо разложить. И манты завернуть. Осталось только приготовить и съесть. Очень вкусные, сочные домашние манты. Приготовить легко и просто. А всем, кому понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много чего интересного. Всем пока!